Илью Атнабаева много лет тренирует Сергей Федоренко. О своем воспитаннике он говорит четко и уверенно. Парень способен стать олимпийским чемпионом. Показывался с хорошей стороны, целеустремленный, настойчивый. Даже когда у него травма, он через боль, слезы тренируется и показывает результаты хорошие. Соревнования проводились в июне в Польше. До следующих выступлений ровно год. И предстоит подготовиться так, чтобы в 2016-м выиграть первенство мира среди юниоров, а еще принять участие в чемпионате России среди взрослых, чтобы войти в тройку сильнейших. Мечта Ильи Атнабаева – стать олимпийским чемпионом. Я буду стремиться к этому. Это моя мечта, то есть самая такая заветная, самая страстная. И я буду к этому идти до последнего. В дальнейшем плавно выступать, также тренироваться еще более усердно, еще более качественно. И через год рассчитываем также съездить на первенство мира, но уже выиграть, уже в ранге чемпиона. Пока ему 17 лет и до 21 года есть возможность участвовать в юниорских состязаниях. Вкус победы сочинец уже почувствовал, поднимаясь на пьедестал за золотом, когда стал лучшим в рывке весовой категории до 85 килограмм. Но по сумме двоеборья сочинец выиграл серебро, уступив китайскому спортсмену, но обойдя итальянца. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ВКТ.